Да. Ну, в районе стояло. Вообще самые классные игроки. Да? Да. Было так и на делах. Слышь, на делах? Да я уже взял. Я знаю то, что я на дефолт на глобал против тебя, но нихуя не сделаю. Но, к сожалению, на фасте не так играют, как глобалы. Я знаю, я же говорю, я же это и говорю. Я играю фейс. Я же говорю, в районе 100. Я же говорю то, что... 100 элло, это вообще классные игроки играют на них. У меня первый левел. Ладно, второй. Да, глобал со вторым левелом фейст. Я просто постоянно в пати играю. Ну я обычно в пати играю 200-2200. Вот. Ну 2300 последний раз было. Вот. Против против десяток, восьмерок и девяток. Так вот я, в принципе, и понизился до первого. Ой, до второго. Ну, есть прелесть играть на втором, там матч вообще не понимает, что делать. Да? Дефолтные калаши. Вот. Ты фулл блайнд был? Нет. Нет? Хуёвая флешка, значит. Да. Береты. Класс. Никогда не любил это оружие. Особенно пистолетков. Ну да. Я обычно с глоком. У меня денег на нее обычно не хватает. Так как я дропы раздаю на пистолетке. Чисто саппорт. Проблема. Моя проблема. Блять, не попал. Ну я сам не понимаю даже, как я попадаю. Не умею вообще зигаться орлить. Да я тоже. Ну, с первого ебать, чтобы на эко это фиксировано было, у меня все в тело, блять. И то не всегда все в тело, просто молоко. Понимаю. Ну вот я нихуя не вижу, куда остальное. А, тебя флешка не ослепила? Нет. Понял. Я примерно так ставлю. Ну, шара. На самом деле. Не, на самом деле, в той позиции, где ты меня убил, я вообще пикаться так нельзя. Там же фрифайр просто.
Ну да. Я что-то потерянный после сурса. Вообще не понимаю, как стрелять. Сурс это, но там еще другая стрельба. Более топорная, здесь он реалистичный сурс. Ну да. Очень долго играл в сурс на сурсу. Ну, где-то пытаться надо. Типа, из-за этого сложно было это. Ну да. Я говорю, сейчас я после сурса вообще не понимаю, как стрелять. С дигла особенно. 165. Ну, первый 165. Со стрифа попасть в голову. А у тебя 144? Не, у меня 240 бенки. А 200? Ну, у меня второй 240 бенки. Разъебанный. Я хуй знает, я не могу, блять, попасть в эту ебаную маленькую голову. А у тебя харя здоровая. Я хочу еще один взять 280, но для этого надо ПК изменять. Ну, у меня 100 FPS. Ой, я что-то 70 за флеш. А сейчас мне на данный момент 170 FPS. Ну, у меня чисто проц не справляется с этой игрой. Да. У меня слабенький проц по частотам. Но у меня хоть... Я тоже в HD играю. Ну да, я в 4 на 3 играю. Вот на данный момент 100, 110, 120, 180. Хотя, ну, в видеокарте все нормально, просто чисто не хватает. Я не могу, блядь. Ну просто как попадать, блядь, в то дебла? Я не знаю. Шара. Ну, попал. Ну, это чисто за текстуры, потому что... Ну, да. Если ты просто не за текстуры стоишь, я не знаю, это психологически сложно. Ну, я увидел на повторе, там вообще капец. А чё у тебя за проц? i7-12700, окей. Понятно. Да я 5600 хочу взять, пятый. Рязань. Резон нормально, 600 бы тогда давать FPS. Да, вот хочу взять. Я просто брал этот проц для этого говна, всякого брал на IP-арте, и на них все равно FPS мало. Вот этот взял, здесь 4.7 базовая частота, и до 5.1 его разогнать можно. И вообще в кейсе плюс 400 стабильно. Поэтому... Понятно. Если брать, то можешь вообще посмотреть i5 12600K. Он тоже нормально будет. Я смотрел его, но я все-таки по цене и качеству, ну, Рязань. Если DPS, то нужна частота. Не, да. Поэтому 5600. Ну, у меня, конечно же, все будет в разгоне до 5-7 герц. Он гонится так. Потому что, ну, как бы, у меня плюс 240 и
Да, я же не только в CS играю. У меня в принципе. У меня 3090 здесь стоит в этом компе. А, ну у меня 3050. Я с 1050 пересел. Вот. Я так не буду, блядь, если вот кто выходит просто с первого. Дефолтные калаши. Я не знаю. Калаши так играют. Голд новый так играет. На этом аккаунте сейчас у меня голд новый, третья. Вот. Может, надо как-то медленно водить мышкой, блядь, я слишком... Я не знаю. Сейчас получилось фликнуть нормально. А у тебя какая сенса? Ну, короче, полный оборот в коврик. А, понял. Ой. Я забыл купить дигл. Я с глоком был, да. А, ну. На высоком сенсе я вообще не могу забрать. У меня 1.9. И 800 DPI. Это говоришь, у тебя полный оборот коврика, но, блин, чтобы не здесь. Ну да, я понял, понял. Ну, у меня просто коврик большой, если у меня. На весь стол. Попадал бы я так всегда. На фейсте. Не получается. Поставил 1.9, но это вообще не разумно. У тебя 800 DPI, реально? Да, да. Реально. Ты вообще мышкой, по сути, не водишь, у тебя... Да. Я не могу так, у меня слишком высокий этот сенсор. Нет, для меня нормально, я уже привык. У меня варьируется. 1.5, 1.9. 2, 2.2. Сенсор еще сейчас дал хэдшот. Ну да. Но у меня на самом деле сейчас еще скоро но мышь разрядится. Вот. Так что. G-Pro. В моем городе просто суперлайдов не было. Была только G-Pro черный и League of Legends Edition. G-Pro трогал, типа, но она да потяжелее будет. Да. Она 60 грамм вроде весит. 65 грамм. Больше. Может 68. Поздно резать. Угу. А, сейчас спать пойду уже, зато на работу. Да. А G-Pro Superlight сколько? 40? Или 50? Ну. Та, которая раньше у меня была, тоже беспроводная. Где-то сотню, то есть. У меня раньше была Logitech G603 беспроводная. А, понял. А, нет, 403. Renegade Z Wireless. Z Renegade Wireless. 400
93 у меня была, но она была неудобная по форме. Ну да. Я просто уже привык, ну, к форме, как у Logitech, из-за G-Pro, ой, из-за Renegade. Она у нее такая же форма, но только, ну, вес здесь меньше, вообще кайф. Ну, такая же херня. Да, я вот думаю, может быть, обновиться на Super Light теперь. Ну, свою продай, заплати немного. Ну да. Всегда так издевательством поступаю с компом, также чего-то покупаю новое лето. Мне сейчас надо 1050 продать. Да. Не, я тебя увидел, но не среагировал. Я хотел с того угла попробовать это именно за камнем. Угу. Ой, Сити был? Да. Я что-то вышел на похуй. Я прям среагировал. Ну да. Ну да. Да, да и потренироваться, ну тоже надо бы. Вот. Ну то есть вообще. Ну, если бы была бы аимка, то ты бы меня выебал. Да. Я сейчас просто тренируюсь, ну, с другом. Ну, блять, я его еще ни разу не выиграл на имке. У него, ну, элло почти такой же, как у тебя. Там 2300-2600. Ну, варьируется. На данный момент 2300. Слил 2600. Ну, тоже. Неудачи идут. Мне как-то выше головы стреляю и попадаю в пиксель. Ну, то есть мышка. У меня все летит с твоей головой рядом, но не в голову. Такая же херня. Такая же херня. А там еще хуй попадешь, да? Пиксель. За этой хуйней вообще мансовать невозможно. Так это я не писал, там, блядь, выписал. Ну да. Да,
Я говорю, у меня не летит просто в голову. Не знаю, у меня, блядь, прицел прям на голове, но у меня не взлетает. Такая же херня, я сейчас не знаю, как я по тебе правда в голову попал. У меня прицел вообще не на голове был. И сам на него пришел. Ну, сейчас я прицелился хотя бы. Ну чё, рука забивается? Ну, кисть забивается? Нет. Ну, только с диглом играет. Вот тело залетает. Оф. Ну, это ты чисто вышел на прицел. Да, да, да. Да я с пиком еще хуёвым вышел. Сейчас хорошо был. Хорош. Ставил 5 стоял, который такой типа я ставил 4 поставил, потому что вот это постоянное отдергивание отсечки это невозможно не восстановить. Угу. Диак используешь? Моники? Диак использую, да. А разница какая? Так, чисто, ну, чтобы деньги люди заплатили, переплата. Ну да. А, ты еще с динамическим прицелом играешь? Да, я играл с динамическим, но так проще контролить спрей. Понял. Дигляя, он хуёво работает. Ну, то есть, не стоит ну, да. Дигляя как он использует, потому что ты не видишь, когда дигляя пускается на смочный прицел. А куда я улетел? Вообще в другую сторону. Навелся сейчас вот чуть-чуть. Привыкаешь, да? Как флешка. Нормально. Ослеп? Я думал, она вообще не слепит вторая. Ну, я стоял за боксом. Ну да. Ой-ой-ой. Ой,
а там уже сложно попадать. Кстати, была эта анимация гранаты? Не-не-не, ты ее уже кинул. Она взорвалась, только ты потом выходишь. Хотя у меня графика на вас. Ну да. Хотя у меня графика на высоком, и я это все вижу. Спасибо. Иногда залетает. Залетало бы так всегда. Да-да-да. Я еще не отвернулся от нее. Да, я говорю, если я зайду на обычный фейс, то мне там так... Как обычно. Мне все равно бан там еще сейчас. Мне 30 дней дали бан. Нормально. Ой. Блин, вот эту вот шапку. Вот эту шапку там не видно. Ну ладно, спасибо тебе за игру, давай, да, да, удачи. Давай. А, ну чё ж. Так вот поиграли. Всем спасибо, что были на этом стриме. А, всем удачи и всем до свидания.